Более 1200 мероприятий столько запланировано провести в Сочи в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. А сегодня этому большому проекту дан старт во всех 4 районах курорта, а также во всех городах Кубани. Месячник краевой. В регионе он проводится уже в 11-й раз. На торжественное открытие сегодня пригласили школьников и студентов, ветеранов и военнослужащих, а еще юнармейцев. Это движение набирает все большую популярность в Сочи. Сегодня это уже 30 отрядов и более 700 ребят в красных беретах. О любви к родине, об истории родного города, края и страны школьники и студенты будут говорить в рамках встреч с ветеранами и военнослужащими. В ходе специальных военизированных эстафет, экскурсий в военные части. Также будут участвовать в образовательных турнирах, готовить концерты и памятные мероприятия. У нас есть программа, утвержденная между министром обороны и министром образования Российской Федерации. Нас закрепили за учебными заведениями города Сочи 3-4 гимназии, где мы регулярно встречаемся со школьниками, выступаем и наставляем их на вот ту работу военно-патриотическую, которая нам сегодня очень нужна. Мероприятия будут идти целый месяц, а их продолжением станет подготовка ко Дню Победы. В том числе запланирована акция «Их именами названы улицы города». Мы вместе с музеем города Сочи подготовили перечень улиц, которые носят имена героев войны. И школы будут готовить презентации о каждом. Мы также будем размещать в социальных сетях данные ролики, чтобы люди узнали о человеке, чье имя носит улицы. В этом году девиз месячника военно-патриотической оборонно-массовой работы «Овеяна славой, родная Кубань». Его выбрали не случайно, ведь месячник посвящен важной дате – 75-летию освобождения Кубани от фашистских захватчиков. Дату будут отмечать 9 октября. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.